Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это шашлык, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Веселый камень. Тут у меня много всего приключилось. Меня убили, во-первых. Вот. То есть деревню я так и не нашел. Вот. Потом, когда я возродился возле кровати, ну, потерял все предметы, естественно. Вот здесь я потом вышел. В общем, пошел тут еще побродить по округе. Пришел ночью, зашел сюда и увидел здесь прям крипера. И он вот тут вот взорвался. То есть тут мне пришлось восстанавливать все, ну, двери заново. Вот. Тут кнопочки, видите, здесь нету, потому что она исчезла. И здесь тоже исчезла кнопочка. Короче, вот тут вот полы я заново делал. Даже пол он проломил чуть-чуть. Вопрос следующего плана. Почему у меня в доме спавнятся криперы? Вот, ну и вообще не только криперы, а все остальные. Вот, короче, я себе сделал заново сет брони, инструменты себе сделал. Вот, причем сделал их много. Я ходил, там провел огромные раскопки, чтобы заново найти столько железа, чтобы это все сделать. Но я сделал сейчас с запасом. Вот, видите, тут уже пшеница, вон почти вся поспела, пока мы ходили. Офигеть можно. Ладно, я пока сейчас собирать не буду. Мне, во-первых, интересно, пропадет она или нет. Вот. Но. Седло я так и не нашел, товарищ. Вот, то есть седло так и не было найдено, к сожалению. Так, это что такое? А, это шахта. Вон, я смотрю, я отсюда уже выбирался. Вот. Так, но. Мне кажется, я шел не в ту сторону. Мне кажется, я шел не в ту сторону и не нашел. Но я тут, кстати, бродил по миру. Я нашел одну интересную очень вещь в пустыне. Я, правда, пошел туда без... Почему я сейчас вернулся? Я пошел, теперь я, знаете, как хожу по миру? Я иду, короче, днем, беру с собой только каменную лопату, ну, либо и каменный меч, ну, короче, то, что каменное, то, что не жалко. Камня у нас очень-очень много, вот, его не жалко. Вот, и иду в такой экипировке ходить. Если меня убивают, то я, в принципе, мне не жалко, ничего не теряю, вот. Так вот, что я нашел? Я пошел в эту сторону, в пустыню, потому что мне писали, что деревни в пустыне. Но деревню я не нашел, я здесь нашел вот такое вот... Ой, а где же я его? А, вон, или нет? Да. Да-да-да-да-да, вот что я тут нашел. Во-первых, что это... Я не знаю. Вот, но оттуда издаются звуки зомби. Это меня, честно говоря, пугает. Поэтому я взял с собой все инструменты на всякий случай, ну кроме тяпки. Вот, и, честно сказать, я боюсь. Потому что вот тут вот такой камень. Опачки! Это что такое? Что это? Что это? О, сундук! Блин! Я вам реально говорю, я этого всего не видел. Пластинка? Что еще за пластинка? Ну, железный слиток это хорошо, пластинка не... Хлеб. Блин, честно сказать, не очень сокровище. Но я, кстати, знаю, что это было. Я смотрел видео, то был спаунер. И, похоже, он спаунил зомби. О, еще сундук. Здесь побольше железных слитков. Опять пластинка. Что делать с пластинками? Блин, мне бы седло. Мне бы седло. Вот было бы круто. Я хочу седло. Так, ну я думаю, там тоже что-то есть. Блин, а вообще, эта штука, кстати, я знаю, как она называется. Это называется данж. Я прав? Вот, напишите, прав я или нет. Если я прав, то я молодец. И откуда звуки зомби? То есть тут это мы не все раскопали, походу. Вот, этот данж, я его нашел. Вбежал обратно за экипировочкой, но потому что... Что тут делать без экипировки? Вообще, я хочу еще вот этот зеленый камень взять. Это что вообще такое? Замшелый булыжник. Блин, прикольно. Я, наверное, себе из него что-нибудь сделаю. Потом из этого булыжника. Вот. Потому что он необычный такой. Такой прикольный. Так, давайте мы его соберем весь. Тут... О, он еще туда идет, продолжается. О, еще туда идет.
куда туда дальше больше не идет. Вот, а тут, тут вообще еще вопрос. Тут вот он еще идет. Слушайте, давайте крафтить, крафтить, крафтить. Блин, откуда-то зомби-то тут рычат? Или все-таки вот это вот и все, что здесь было? Кстати, сундуки я тоже возьму. А чем сломать сундук топором, да? Опачки. О, сундук. Отлично. И этот сундук возьму. О, будет у меня теперь сундук дома. Хотя его, конечно, легко сделать, но... Но мне захотелось его взять. Да-да-да. Я такой вот ленивый. Не могу себе сделать сундук, который очень легко насыпал. О, что там, дырка? Что там, еще проходку? А, нет. Это я, наверное, поломал сейчас только что. Блин, короче, не знаю, есть ли тут еще что-либо. Вот, напишите мне обязательно в комментах, стоит ли тут... Ну, может, я что-то пропустил, может, надо копать куда-то в другую сторону. Вот. Потому что, честно, копать мне уже понадоело. Я говорю, я очень много прокопал у себя под домом, там, новых шахт. Ну, я думаю, вам это уже не интересно смотреть. Что здесь так много угля. Может, это тоже часть бонуса. Вот, но седло мы так и не нашли. Мне писали, что в этих данжах будут седла, ну, точнее, как будут, могут попасться. Офигеть, сколько угля, я столько и не видел никогда угля. За раз, чтобы в одном месте. Офигеть, ну, мне, кстати, уголь-то не особо, сколько я уже? Уже 27 накрафтил. Офигеть, сколько много. Так, все, нам нельзя ни в коем случае сейчас умирать. Так, земелька у нас, если что, есть. Столб себе поставить. Так, ну скрафтим, скрафтим, уголек скрафтим. Он-то нам особо и не нужен, но с другой стороны он-то нам особо и не помешает. В чем смысле особо он нам вообще не помешает, он нам даже поможет. Поэтому уголек я соберу. Короче, нашел я вот такой вот данж, это первый. Ну как, ту сокровищницу, конечно, я тоже нашел. Но я тогда не знал, что это такое, не знал, что туда нельзя падать. Вообще ничего не знал. Вот, короче, туда упал, разбился, поломался. Вот. Вроде бы все, да? Напишите в комментах. Может, я что-то пропустил и что-то не знаю. Блин, ну вот отчетливо я слышу, что в той стороне звуки зомби. О, зомби! Блин, надо на меч переключить, переключить. На тебе! О, еще зомби! Ай, он бьется! Так, на, покушать, на, покушать, на, покушать. Ом-но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 м
Офигеть! Офигеть, офигеть, офигеть! Так. Офигеть, это... Так, и чё? Блин, а у меня факелы есть? А, у меня нет факелов! И досок нет! Блин, тут без факелов я сюда не полезу. Так, в общем... Ой, ночь наступила! Блин. Так, песок. Ставим себе башенку из песка. Так, ну я думаю... Ой, а в какой стороне же наш дом? Ой, я забыл. Ну, по-моему, в той. А, крипер идет! Нет, не взрывайся, пожалуйста, крипер. Будь хорошим. Слушайте, ну я, наверное, вот по той же схеме поставлю на паузу. Блин, еще крипер! Жесть, сколько криперов! И зомби много! Вообще всех тут много. Офигеть! Вон тут дальше, случайно, не еще один данж? Вон там тоже такая вроде бы ямка квадратная. Так, пришли мы, походу, от... Откуда мы пришли, кстати? Мне почему-то кажется, что оттуда. Хотя через зимний лес... Нет, мы вот оттуда мы пришли. Вот, да, там такой лес, обычный поле было. Ладно, я сейчас поставлю на паузу, перемотаю до дня и попробую еще там что-то поискать, поубивать этих криперов. Если они, конечно, не повзрываются и меня не поубивают. Ладно. Итак, у нас рассвело. Вон, видите, там уже горят скелеты. Ого! Эндермен, ты ко мне? Почему он так быстро? Не-не-не, Эндермен. Ты мне не нужен. Я тебя не трогаю. Так, все, короче, спускаемся. А-а-а! Уйди от меня! Уйди! 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 Ой-ой-ой, он страшный! И что это за звуки такие на фоне?
Блин, что-то тут жесть какая-то творится. Вот так вот их, чтобы они хоть потише были. Так, короче, эндермен. Я тебе ничего. Офигенный я паркурист. Да-да. Блин. Ты чё, идёшь? Офигеть, откуда вас тут столько? Слушайте, это однозначно неспроста. Неспроста. Так, я тебя убью. Откуда они вышли? Они же не могли здесь заспауниться. Или могли? Офигеть. Так, ладно, нам надо сходить за факелами. Я уж и забыл. Я уж и забыл, зачем я вообще вылез отсюда. Так, сейчас сходим, пойдем за факелами. Надеюсь, эндермен ушел. Какую нам сторону? По-моему, в ту сторону. Да-да, вон наш стол. Где наша была... Слушайте, а зачем я вообще так далеко иду за факелами? У меня же есть... топор и вот деревья. Так, главное тут не заблудиться. Так, вот деревья. Вот тут скелета поджарили. Так, сейчас мы срубим. Паук за мной не бежит? Нет. Сейчас мы срубим дерево. Понаделаем себе досок. Из этих досок мы сделаем себе палки. А из этих палок мы сделаем себе кучу факелов. Вот так вот. Эй, вернитесь. Так, все, чего я собирался, блин, пипец. Собрался бежать домой. За деревьями, за досками, за факелами. Когда вот их можно тут легко сделать. Так, во, второй раз у меня получилось лучше прыгнуть. Замечательно. Так, не, надо тут все-таки один камень песка поставить, чтобы знать, где выход. Лучше даже вот так вот. Так, и где? Ага, нет, не сюда. Так, где тут проход, откуда, где я думал? Слушайте, вот этот песок, он мне тоже нравится. Ну, как нравится по своему виду. Он же, наверное, как-то крафтится тоже, да? Да нет, тут, походу, больше ничего нету. Я так, во всяком случае, думаю. Если я не прав, обязательно, пожалуйста, я вас прошу, напишите в комментариях, если здесь еще можно чего-то найти. Вот. Два сундука я нашел. Блин, какие тут ходы огроменные. О, опять уголь. Его столько же много будет? Не, вроде бы хотя... У меня уже кирка скоро сломается. Сколько я тут всего добыл и сколько я тут всего перелопатил. Так, ну, к сожалению, седло мы здесь не нашли. Вот, седло мы здесь не нашли. Но это первый данж, который я нашел. Слушайте, он такой, ну как, не то чтобы он большой. Ай! Вот это вот, кстати говоря, ошибка. Никогда не копайте прямо вот над собой вверх. Потому что может вот так свалиться песок. А куда он, кстати, свалился, блин? Вот это что ли? Вот видите, свалился, я даже не могу найти теперь, куда я копал. Но походу я куда-то сюда копал. Да, над собой лучше не копать. О, видите? Опять свалился песок. Вот. Ошибка сейчас. Чуть не совершил ту же самую ошибку. Вот, видите? А там песок. Так, все, я наверх. Ну, мне все-таки кажется, что здесь больше ничего нету. Офигеть, это мы вон там вот залезли. Вот тут вот. А, нет. Или здесь. Ну, если даже не здесь, то где-то здесь рядом.
Я уже не помню, где, блин. И вылезли аж вот там. Вот, короче, много мы тут прокопали. Ну, ничего для себя, честно сказать, полезного, кроме этих пластинок, блин. А что на них за музыка-то хоть не записана? Надо послушать. Ой-ой-ой, а то джунгли. Я-то думал, то наши два джунглевых дерева, которые мы посадили. Блин, а где ж тогда наш дом? А, вот-вот-вот, да, в правильном направлении я бегу. Ну да, джунгли с этой стороны, все верно, я вспомнил. Так вот, седло-то мы так и не нашли. Это плохо. Слушайте, надо бы мне кактусов понакрафтить. Хочу себе там кактусов тоже посадить. Такую стену из кактусов. Сейчас я их... Они, интересно, на песке растут или на земле тоже могут расти? И вообще, можно ли их садить? Ну ладно, с кактусами потом разберемся. Вот, это я пока так. Кстати говоря, я себе еще понаделал там запасных всяких кирок. Топоров я, по-моему, всего по 2 сделал, на всякий случай. Вот. И свинятина. Надо ее этим мечом рубить. Коровка. Дай нам мяска. То она у нас уже заканчивается, надо будет пожарить еще его. Вон, еще коровки, еще свинятина. Опять ванга зрения у меня включилась. Буду это так называть. Ой, слушайте, там сколько там ходов. Слушайте, Майнкрафт, конечно, колоссальная игра. Колоссальная просто. Огромнейший мир. Я просто помню, сколько я шел. Вы же ведь не видели. После того, как меня убили, я еще играл, наверное, часа 2. И все эти 2 часа шел. И потом только меня убили. После последней записи. То есть, и здесь я уже по кругу ходил без ничего много раз. И только вот сейчас. И все равно мир огромный. То есть, я не могу как бы найти его ни начало, ни конец. Да, кстати, кто знает, напишите, пожалуйста, почему спавнятся у меня в доме монстры. И как этого избежать, как что сделать, чтобы они там не спавнились. Потому что я читал, вроде бы осветить его надо, так он у меня освещен, а они все равно спавнятся. Здесь же светло. Может, вот тут надо лампу на потолок повесить еще? Не знаю. Так, так вот, что я себе сюда притащил? Вот, видите, сколько запасных всяких этих я сделал себе. Потратил почти весь камень, все железо. Но я на самом деле, у меня был стек, я насобирал, и еще не помню сколько. Ну, то есть осталось, я почти стек потратил с железа на броню, на все. Но я там такие туннели вырыл огромные. До лавы докопал в 2 местах. В общем, ну это, я думаю, вы уже видели, как я это делаю. Так, о, кстати говоря, я ж притащил 2 сундука. Так. Сейчас мы поставим... Слушайте, а вот еще интересно, а сундуки можно повесить вот на стену выше? О, можно. А в него теперь залезть? А нет, в него теперь залезть нельзя. Блин, жалко. Что-то у меня низкие потолки какие-то здесь. Да. Да-да-да. А вот если я его поставлю на печку, он не сгорит? Да, в печку я могу заходить, а ну-ка. Оп, и печка работает. Блин, ну вообще, конечно, сундук на печке, это тупо. Да, он и не смотрится вообще. Да, сундук на печке мы не будем делать. Ладно, поставим тут рядом. Вот. Почему я сюда не могу поставить сундук? А, видимо, чтобы между ними была одна хотя бы клетка. Ну ладно, так вот, в этот сундук я всякие буду непонятные вещи складывать. Вот, типа, кактуса там. Кстати, у меня кактуса нигде нет. Не, наверное, кактус у меня все растения вот тут лежат. Вот, железо еще насобирали. Так, песчаник, песок. Песчаник сложим, песок заберем. А, вообще, сложим сюда песок. Так, еду... Слушайте, наверное, я вот в тот сундук буду складывать всякую еду. Кстати говоря, надо тут эту еду поставить жариться. Эту тоже. Так, курицу. Так, гнилую плоть нельзя жарить. Гнилую плоть. Яйца надо сюда сложить. Кости и редстоун, и кожу, и хлеб. Вот так вот. Так.
Бишь, яйца мы отсюда забираем, кожу мы отсюда забираем. Что тут еще есть? Редстоуна. Ух ты, сколько у меня редстоуна. Надо уже какой-то механизм делать. Мне уже писали в комментах, что нужно делать механизм. Кожу. Так вот мы рассортировали. Грибочки сюда тоже. Так, стрелы пусть пока тут лежат. Так, ну вроде бы более-менее рассортировали. О, кстати говоря, порох. А как из пороха делается зажигалка? Слушайте, по-моему, как-то вот берется порох и... То ли так. Я вот забыл. Ну-ка, сейчас посмотрим. А, ну да, я все перепутал, блин. Как я мог перепутать? Он не из пороха делается. Кстати, откуда у меня столько пороха? А, это я валил криперов. Валил. Или я его сейчас здесь взял. Нет, ну криперов я штук 5 убил, когда ходил в своих... Вон, видите, опять паук. И он сейчас пойдет к нам. Почему он тут появляется, блин? Не иди ко мне, я спать. Все, нормально, там паук лазит. А я тут сплю. Или не с криперов, или это в сундуке лежал. Я помню, я криперов убивал, но вроде не столько много. В сундуке, наверное, лежал порох. Я уж и не помню. Или все-таки с криперов я его понасобирал. Но вроде так много не убивал криперов. Так вот, я все перепутал. Нужен не порох, нужен кремень. Вот, берем кремень. И вот так вот сейчас сделаем себе еще зажигалку. Вот. Отлично. Так, положу ее сюда к инструменту. Пойду одну с собой прихвачу. Так, ладно. Думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.